Здравствуйте и добро пожаловать на «Рассвет пробуждения». Я Гермес Фалькао-младший, ваш ведущий. И сегодня у меня для вас есть чудесные новости. Я хочу поговорить о тех хороших событиях, которые происходят сейчас. Возможно, вы смотрите на ситуацию в мире и думаете о безнадежности, хаосе, болезнях, страхе, экономическом кризисе. В мире происходит множество плохих вещей, но я пришел, чтобы поделиться с вами радостными новостями о том, что происходит сейчас в мире, особенно в Америке. Это ободрит вас в вере. Люди могут фокусироваться на плохом. Они могут мыслить негативно, терять надежду, потому что они видят лишь плохое. Люди умирают, страны окунаются в хаос, царит пандемия, социальный и экономический кризис. Нам кажется, что кругом происходит лишь что-то плохое. Нам кажется, что не происходит ничего хорошего. Но это лишь ложь дьявола. Я хочу показать вам, что мы можем поговорить о радостных новостях этого дня. Эти новости принесут вам радость и ободрят вас. Я хочу рассказать о том, что происходит в Америке. С марта у нас начался карантин, который продлился несколько месяцев. Всю страну закрыли. Малый бизнес, церкви, все было закрыто. Потом все начало открываться. Вирджиния была первая, вторая и третья фаза. Но есть штаты, в которых все еще введен карантин. Я хочу, чтобы вы поняли это. Мы знаем, что COVID-19 — это реальная болезнь. Люди заражаются ей. И с самого начала эпидемии к нам приходят просьбы от людей, которые заразились. Мы молились о них и верим, и ждем чуда. Но мы также знаем, что иногда, особенно политики, могут взять реальные проблемы и раздуть их больше, чем нужно, чтобы использовать их для достижения своих целей. Почему я говорю об этом? Я приведу вам пример. В Калифорнии штат запретил некоторым округам открывать церкви. Сначала они не могли петь. Было множество ограничений. Например, если в вашей церкви было 1000 мест, вы могли приводить служение с 50 членами. Это значит, что большинство не могло попасть на них. Эти ограничения росли и росли, вплоть до того, что они сказали, церкви не могут работать. Закрывайте церкви. В то же время начались протесты. Во время этих протестов люди начали сжигать здания, убивать других.
перестрелки, насилие, бунты, ограбление магазинов. И знаете, что правительство сказало на это? Они имеют право на протест. Все в порядке. Никто не носил маски. Эти люди стреляли и сеяли насилие. Они делали ужасные вещи. Но для правительства было все нормально. Тогда некоторые пастыри начали понимать, что здесь что-то не так. Итак, у нас есть настоящая болезнь, но ее раздули. И не только это. Мы видим такой уровень лицемерия, что нельзя оправдать ограничения. Что я имею в виду? Нет ощущения справедливости. Если все, о чем они заботятся, это вопросы здоровья, то эти принципы должны применяться ко всем. Ко всем. Одна из женщин, которая выступала за эти ограничения, попалась на горячем. Я не буду называть ее имя. Ее поймали в Калифорнии, в салоне красоты, который не должен был работать. Она была без маски и не держала дистанцию. Посреди всего этого начали появляться лидеры, которые выводили людей на пляжи, проводя там большие собрания верующих. Они поклонялись там тысячами. 10-12 тысяч человек собирались на улице, проповедуя Евангелие, исцеляя больных и поклоняясь Иисусу. Церковь начала выходить за пределы четырех стен. Аллилуйя! Вот о чем я хочу поговорить сегодня. Мы покажем вам удивительные ролики того, как церковь выходит на улицу, проповедуя Евангелие. То, что враг хотел обратить во зло, Бог обратил во благо. Бог приносит дух смелости церкви в Америке. Он поднимает остаток, который скажет: «Мы не будем терпеть ущемлений в конституционных правах нашей страны». И не только это. Мы не позволим никому диктовать, как нам поклоняться или не поклоняться. Аминь. И не только это. Мы также будем евангелизировать, проповедовать Евангелие. В Калифорнии ввели серьезные ограничения, но в то же время здесь есть места, где начинается пробуждение, и Дух Божий движется. Есть город Миннеаполис. Там убили Джорджа Флойда. Это было несправедливо. Из-за этого начали подниматься бунты. Там происходили ужасные вещи. Бог поднимает людей, которые идут на ту же улицу. Они проповедуют Евангелие, крестят людей в воде, поклоняются Богу. Все это происходит на той улице, где случилось это ужасное событие, где начались бунты. Бог использует церковь в этот час, и это происходит в других городах и штатах Америки. Я видел ролики из Колорадо, из Калифорнии, из Висконсина. Бог поднимает церковь в этот час, чтобы провозглашать Евангелие в смелости и силе. Я покажу вам эти ролики через минуту, а после этого мы будем молиться за вас, чтобы Господь прикоснулся к вашему городу.
Боже, пошли свое обновление. Но я также благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты исцеляешь ее тело. Во имя Иисуса я провозглашаю ее исцеление. Во имя Иисуса. Я разрушаю влияние травмы на ее шею. Всякое воспаление пусть уйдет во имя Иисуса. Пусть придет исцеление. Проверь шею. Вы ощутили что-то? Покрутите шеи. Хорошо? Чудесно! Добро пожаловать в Сакраменто! 58 округов, 182 города, все избранные представители, дети, бизнес, церкви, жители штата. Он путь, Он истина, Он свет. Обновитесь. Иисус, мы приветствуем Тебя. Это Твой штат. Это Твой город. Это Твоя страна. Прими хвалу Твоего народа. Сегодня я пришел не для того, чтобы пророчествовать, но чтобы подтвердить, что в 2020 году группа верующих собралась, чтобы поклониться Богу. Вы молились, и поэтому Бог будет двигаться в Калифорнии, как никогда ранее. Он достоин. Он достоин. Он достоин. Воскликните. Это ваша. Слава Богу! Посреди всего происходящего Бог поднимает свою церковь. Я хочу поделиться с вами словом ободрения. Церковь не будет уничтожена в этот час. Иисус сказал в Матфея 16:18, обращаясь к Петру. Он спросил, «За кого меня почитают люди? И за кого ты почитаешь меня?» Петр ответил ему, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус сказал Петру в Матфея 16:18, «И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Когда он говорил о камне, то имел в виду камень откровения о том, что Христос — Сын Бога Живого. Он сказал, «Ты, Петр, на этом откровении, на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Иными словами, с чем бы мы ни сталкивались, пока церковь здесь, на земле, она не будет уничтожена. Во времена Римской империи церковь гнали в такой степени, что люди думали, словно это конец. Но нет, во времена гонений церковь выросла еще больше. Церковь выросла. И я верю, что сейчас происходит то же самое. Враги нападают на церковь, пытаются заткнуть нам рот, закрыть нас, посеять страх в наших сердцах. Но во имя Иисуса Христа даже в последнее время церковь поднимается в силе и славе. Библия говорит, что слава позднего дома будет больше первого. Я верю, что это время для церкви, чтобы подняться. Люди хотят слышать истину. Люди хотят услышать Евангелие. Я верю, что настало время, чтобы нам подняться в смелости и силе Духа Святого, провозгласить, что Иисус Христос Господь. Среди пандемии, среди экономического кризиса, среди страха в мире мы должны подняться и провозгласить, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И если вы положитесь на Него,
то не будете уничтожены, не будете поражены, но будете жить вечно. Я верю, что это время для смелости. Именно это и делает Бог. Он работает сердцами людей, своей церковью. Иисус не придет за невестой, которая побита, разбита, некрасива, слаба. Нет, Он заберет невесту, которая прекрасна, украшена дарами Духа, наполнена силой и славой, ожидает грядущего жениха-царя. Библия также говорит в 1 Иоанна 5:4, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, наша вера». Там сказано, «всякий, рожденный от Бога». Если вы были рождены свыше от Духа, если вы спаслись, если вы приняли Духа Святого, то Иисус Христос стал вашим Господом и Спасителем. Библия говорит, «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, невозможно и невероятно, но побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Аминь. Я хочу ободрить вас, верующих во Христа. Аминь. Не смотрите только на негативные вещи. Смотрите на то, что происходит в церкви. Бог потрясает свою церковь. Он допускает потрясения. Когда приходят потрясения, то наружу выходит то, что есть на самом деле внутри вас. Бог допускает потрясение, чтобы истинная церковь Иисуса Христа поднялась в силе и славе. Я хочу помолиться за вас. Я помолюсь о том, чтобы Дух Святой помазал вас на это время. Я хочу помолиться о том, чтобы сила Духа Святого сошла на вас, чтобы вы были помазаны Духом Божьим на такое время. Я молюсь о том, чтобы вы стали средством, с помощью которого Дух Святой начал двигаться в вашем городе, в вашей церкви, в вашей стране. Бог пробудит вас, чтобы вы не боялись и не тревожились. Аминь. Я хочу помолиться за вас прямо сейчас во имя Иисуса. Отче, я молюсь за каждого зрителя во имя Иисуса. Наполни их Духом Святым. Господи, пусть тот, кто устал, кому тяжело, кто боится, получит свободу от Тебя. Я изгоняю дух страха и провозглашаю пришествие духа веры и смелости в сердца и умы людей во имя Иисуса. Господи, я провозглашаю славу Твою над ними. Если кто-то болен, то пусть сила Божья принесет им исцеление. Если кто-то скован депрессией и тревогой, высвободи силу Духа Святого над ними. Исцели их от всякой болезни во имя Иисуса. Боже, я прошу Тебя помазать всех людей на проповедь Евангелия. Помоги им подняться в силе. Я молюсь за церкви, за пастырей, за служение. Боже, пусть они не боятся этого времени, но провозглашают Евангелие в смелости. Дай им сверхъестественное обеспечение в каждой сфере жизни. Отче, обеспечь их сверхъестественным образом. Пусть чудеса Господа будут явны в их жизнях и семьях. Я молюсь за каждый дом и каждую семью. Пусть там будет мир, согласие, единство во имя Иисуса. Пусть то, что враг пытался использовать, чтобы навредить церкви, станет средством, которое позволит церкви подняться в силе и славе во имя Иисуса. Я выступаю против всякой динамической атаки на Божий народ. Я выступаю против всякого духа, который пытается посеять страх болезни, тревогу, хаос,
Прямо сейчас я провозглашаю мир Божий, который превыше всякого разумения. Прикоснись к своей церкви по всему миру. Наполни свой народ Духом Святым. Дай им надежду, смелость и веру во имя Иисуса. Господи, я молюсь, чтобы тот, кто устал, обновился в силе, ожидая Тебя. В каждом городе, штате и стране, подними свою церковь в это время. Отче, я молюсь, чтобы враг не мог прикоснуться к Твоему народу. Я молюсь, чтобы Ты помазал и поднял новых проповедников, миссионеров, которые будут нести Евангелие в это время со смелостью от Духа Святого. Во имя Иисуса, пусть у нас появится множество свидетельств. Во имя Иисуса, Боже, разрушь оковы, разорви цепи. Я молюсь о ясности, цели и обеспечении. Аминь. Мы любим вас. Обязательно подпишитесь на наш YouTube-канал «Рассвет пробуждения». Во имя Иисуса. Боже, разрушь все оковы. Разорви все цепи. Прямо сейчас я молюсь о ясности и цели. Аминь. Мы любим вас. Заходите на наш YouTube-канал и подписывайтесь. Мы каждую неделю выпускаем новое видео. У нас есть прямые трансляции, видео, которые мы выкладываем там. Они благословят вас и уже благословили многих. Обязательно подпишитесь. Заходите на наш сайт. Там вы увидите больше о нашей онлайн-школе. Кроме того, мы есть в социальных сетях. Подписывайтесь на нас. Пусть Бог благословит вас. Мы любим вас. Здравствуйте, друзья! Вы смотрели эту передачу на канале ТБН Россия. Спасибо за вашу поддержку. Если эта передача стала благословением для вас, то я призываю вас позвонить в колл-центр ТБН и поддержать их. Ваши пожертвования очень важны. Именно они помогают этой передаче выходить в эфир и благословлять других зрителей. Сделайте это сегодня. Позвоните в колл-центр и скажите, что вы поддерживаете эту передачу. We'll be right back.